Рыбка умерла, к сожалению. 2 года жила, и сегодня с утра умерла. А муж спит. Не просыпается. Вот она, рыбочка. Эта рыбка не приемлемит, чтобы с ней в аквариуме появлялась еще какая-то рыба. Сразу лезет драться. Вот так в одиночестве и живет. Поэтому, а ну-ка, действительно, если посмотрим, спит или умерла. Аня спит. Просыпайся, на работу пора. Проснулась. Значит, живет. О, радует. Радует. Что это какая-то пенка сегодня на воде стала? Ненормально. Ну так, значит, не умерла. Будем жить. Аля.